Друзья, приветствую всех. Вы не поверите, но вот это вот 12 часов дня. Вот это у нас в комнате такая темень. Представляете, что творится, какая непогода. Вот это вчера пошел дождь, лил. И гром такой, такие раскаты грома сильные. А в 6 утра ливанул, как из ведра. Я встала, окна позакрывала, помыла окна, потому что буквально только ливанул. Хорошо, что я как раз в это время встала. И под окнами полы мокрые. Я все повытирала. Вот это у нас такая непогода, вот такой вот дождь, такая злыва по-украински. Вот это так нас затопляет. Фу, конечно. Ну, сильный дождь и темень, небо затянуто, темнотень такая. Вот, смотрите, друзья, льет, продолжает лить. Обалдеть. Ну, вот это вот, конечно, темнота такая в 12 часов дня. Что вообще... Свежо, конечно. Пахнет. Мамочка уже синеньких нарезала на огонек. Сейчас мы тоже расшевелимся. Чаюк, кофеюк, завтрак. И видите, какая я молодец, что я вчера пошла и нарвала синеньких перцев. Потому что, ну, такую погоду, я не знаю, какой-то костюм квадронавта надо было бы одевать, чтобы сходить в огород. Кися ням-ням делает. А что, Кися не хочет пойти погулять? А? На свежий воздух. Да и вам. Не хочешь? Там свеженько так. Поставила ведро 5 минут назад. Смотрите, оно уже полное. А, ну так, конечно, смотрите, какие лужи стоят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой ливеняка. Это мой завтрак такой вкусненький. Со вчерашних перчиков шикарных. Друзья, 2 часа дня. У нас вышло солнышко. Аж на душе посветлело. И небо такое ясное. Ой, красотень, красотень просто. Может, таки распогодится. Ну, по прогнозу и на вечер. Ну, тогда еще пару дней назад, когда я смотрела, то дожди. Ну, хоть немножко, а то прямо ночь на улице и все. Кирюх! Папа приехал, да, и солнышко вышло, и папа наше солнышко приехал. И че он не идет к нам? Непонятно. Идет папочка. Только что из дому он не хочет заезжать. Спасибо. А куда? А кто тебе разрешал куда-то уезжать? Ничего себе. Надо тебе такое. Кирюнь, ну что он-то вытворяет, а? Приедет, накажем его, да, Кирюша? Накажем, приедет. Разве нет? Так. Набрали быстренько дождевой водичкой, поливаем цветочки. Угу. Ну, где-то так все дадут. Сейчас оно впитается. Давай, следующий. Все-таки дождевая вода имеет другие свойства. Пусть цветочечки побалуются дождевой водичкой. Лиз, что, все? Больше нет цветов в доме? Всех водичек напоим.
Сходила я, нарвала перца еще. Смотрите, какая красотень. Вот такое перище. И вот это мне не верится, что вот это я вырастила такую перчищу. Сейчас я его помою. Он, конечно, грязный. Смотрите, друзья, какая красотень. Перчики. Бездуганни. Ой, красотища. Просто красотища. Обалдеть. Любуюсь. Вот такие перцы. Ну, в общем, синенькие обжарила все. Вот это 6 килограмм, друзья, кружочков синеньких. Конечно, все это долго. Тут у меня... Ну, конечно, на огонек лучше делать с красного перца, так красивее. Ну, за неимением. Главное, чтобы вкусно было. В общем, смесь, заправка тоже готова. Сейчас 10:30 буду только приступать к следующему этапу. Стерилизация банок и их формирование. Ну, увидимся уже, когда все будет законсервировано. Ба-бам! В общем, с количеством, наверное, перебор. 16 баночек у меня получилось, пол-литровых. Ну, видите, красный перец, конечно, дает красивый цвет такой огоньку. Ну, ничего, главное, чтобы было вкусненько. Ну, нет у меня красного перца, только зеленый. Как видели, у меня еще не созрел он до красного цвета. Ну, я думаю, все-таки вкус это главное. Все, я закруглилась, ура! Сейчас укрою полотенечком и пойду отдыхать. Друзья, всем счастливенько. Всем пока.